Губернатор Игорь Рудени провел рабочую встречу с руководством компании «Аквариус». Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по локализации производства компьютерной техники и IT-решений на предприятии, расположенном под Тверью. Сейчас там проводится установка ленточной сборочной второй линии. Ее запуск запланирован в середине лета. Также в планах на текущий год реконструировать помещение и расширить производственную линию, включая конвейер телекоммуникационного оборудования и другие системы. Напомним, что благодаря наличию промплощадей, собственного центра разработок и штата квалифицированных специалистов, «Аквариус» прилагает комплексное решение по обеспечению заказчиков безопасными современными устройствами с высочайшей степенью защиты данных. Также компанией разработана линейка компьютерной техники и устройств усиленной конструкции, способных работать при низких и высоких температурах.